Ярославцы провожают март с музыкальными надеждами. Так называется областной конкурс юных пианистов, который стартовал сегодня в столице Золотого кольца. Участники из Переславля-Залесского, Рыбинска, Углича, Пречистого и Некоуза. Более 60 исполнителей. В чем особенность творческого проекта, узнала Анна Лазоркина. Она побывала на прослушиваниях. Для 9-летней Виктории Оконечниковой это первый в жизни конкурс. Но волнения, говорит, нет. Есть азарт. Я хочу еще играть на таких конкурсах. Может быть, я еще в следующем году сюда пойду. Уже посерьезнее будет все. Для некоторых участников это очередное музыкальное испытание. Почти привычное. Не очень сильно волнуюсь, потому что у меня произведения, которые не особо сложные. Я в них разбираюсь в определенных стилях этих произведений. Конкурс «Музыкальные надежды» всегда проходит весной. Отборочный этап в детских школах искусств. Он уже позади. Сейчас соревнуются финалисты. Конкурсные прослушивания продолжаются 2 дня. Этот проект уникален тем, что участники вместе с педагогами сами выбирали программу. Это полная свобода творчества. Наставники волнуются. Это ощущается как в зале, так и за кулисами. Конечно, волнуюсь. Может быть, больше, чем они. Они подготовлены, что им? Им уже все понятно, что надо сделать. А вот что сделают они, мне непонятно. Конкурсу почти 15 лет. Соревнуются ребята от 8 до 16. В этом году маленькое исключение. Участвует 7-летняя пианистка. Многие из детей, ну сейчас они уже взрослые достаточно люди, они учатся в лучших консерваториях страны. В Московской консерватории, в Санкт-Петербургской консерватории, в Нижегородской консерватории и даже в Лондоне. По мнению жюри, Ярославская фортепианная школа, как и во многих регионах, развивается по советским канонам. Так и должно быть. Но нет ничего важнее поиска собственного исполнительского стиля. Любить музыку, в первую очередь. Пытаться найти себя в ней. Пытаться проникать в нее. Поменьше исполнений слушать, просто как рекомендации можно слушать. Побольше слушать композитора и стараться из себя что-то, через себя это все пропускать. Главное для юных пианистов, уверенной педагоги, терпение, упорство и сила воли. Тогда все получится. Анна Лазоркина, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.